Всем доброго времени суток. Данный расклад называется «Как быть богатой». Это личный расклад. И в связи с тематикой мы задаем большое количество вопросов. Первый вопрос – это «Какова энергетическая специфика вашего материального положения?» То есть, что на данный момент мешает благосостоянию, чего не хватает? Чисто энергетически. Второй вопрос. А какими должны быть ваши мысли о богатстве? Какими они должны стать? Как вы должны чувствовать деньги? Что нужно делать, чтобы быть богатой? Именно вам. Что нужно делать для этого? Чего нельзя делать? То есть, что может повредить богатству? Какие действия? Есть ли шансы в ближайшие 6 месяцев улучшить материальное положение? А через что должно прийти к вам богатство? То есть, через какой ресурс? Что для вас богатство? Ну и, конечно, совет карт. Сейчас мы будем смотреть. Первая карта – это какова специфика именно энергетического вашего состояния, что мешает. Мешают вам, как это ни странно, мысли о работе, мысли о каких-то документах. Именно какая-то официальная часть. И вы считаете, то есть что мешает? Вы считаете, что деньги можно получать только достаточно тяжело работая, только имея официальную зарплату какую-то, только имея конфликтные ситуации, возможно, даже на работе и прочее в этом ключе. При этом вы считаете, что работа, ну вот как бы сказать, чисто энергетически не может быть приятной, не может быть какой-то очень такой теплой и радостной. А также карта может означать, что дети не могут являться работой. Вот по данной карте такое интересное может быть толкование. То есть, в принципе, проблема в том, что вы все время мыслите об официальном каком-то положении, каких-то документах, именно о том, что работа – это действительно такой вот труд. Если не тяжелый, то тем не менее официальный. Нужно посмотреть в другую сторону, значит. Второй вопрос – это какими должны быть ваши мысли о богатстве? И здесь можно сказать, что ваши мысли должны все-таки крутиться вокруг ваших близких людей. И мысли ваши, как это ни странно, должны все-таки уходить в прошлое. И здесь говорится о том, что ваши мысли – это прошлая печаль, а при этом все-таки не извлечение опыта из предыдущих отношений. Вам нужно пересмотреть все-таки предыдущие отношения. Вам нужно вот эту печаль, которая есть, ее пережить, ее как-то трансформировать. И тогда, как это ни странно, богатство должно прийти к вам. Следующий вопрос. Как вы должны чувствовать деньги? И вот здесь можно сказать о том, что вы должны деньги воспринимать как нечто очень положительное, хорошее, такое очень приятное. То есть это не то, что заработано непосильным трудом, что все ужасно. Вы должны начать относиться с оптимизмом к данному вопросу, и вы должны их чувствовать как свою какую-то надежду, как свою звездочку, как что-то очень легкое и приятное, ненавязчивое, немножечко легче должно стать отношение. И я думаю, вы меня поймете, я здесь говорю именно о том, чтобы вы официальные клише, которые принято думать о деньгах, которые заставляют нас определенным образом относиться как к работе, так и к доходу, вот вы и должны поменять на что-то более
легкая. А что нужно делать для того, чтобы быть богатой? И здесь опять, смотрите, карты упирают на семью. То есть ваше богатство фактически, оно все-таки в вашей семье. И вам нужно поддерживать доверительные отношения с членами вашей семьи. А чего нельзя делать? Что помешает состоянию богатства? И здесь карта, которая говорит, что нельзя пассивно ждать. С одной стороны, да, в то, чтобы вам получить что-то материальное от своей семьи даже, вы уже сделали многое. Но при этом карты не рекомендуют ждать, они рекомендуют заниматься все-таки своим материальным положением, какие-то свои реализовывать планы, но при этом опираться в огромной части данного вопроса именно на семейные отношения. Следующий вопрос – это есть ли шансы в ближайшие полгода, скажем так, кардинально улучшить материальное положение. Ну и, к сожалению, по данной карте выпадает пятерка пентаклей. Эти шансы, если и есть, то они очень малы. Тем более, что все-таки выпала пентаклевая карта и выпала карта, которая связана с военным человеком. То есть, возможно, это бывший, и такое ощущение, что вот именно из-за семьи, именно из-за бывшего, именно из-за того, что как-то вот отношения не складываются, кардинального изменения материального положения добиться будет очень трудно. А через что в вашу жизнь может и должно прийти богатство? И здесь, смотрите, вот постоянно крутится все вокруг личных отношений. Ваше богатство приходит через страдания, скажем так. Но мы эту карту, конечно, раскроем сейчас, тройку мечей. И здесь она, конечно, говорит о том, что вы страдаете о том, что человек нашел себе, скажем так, другую пристань. Вы понимаете, что многого не знаете о том, что происходит, о том, что для вас является тайной. И тем не менее вы стараетесь быть довольной. Как совместить все вот эти три карты в одном сердце? То есть каким образом прийти в состояние покоя и в состояние, когда вы вот эту обиду все-таки переживете? Вот это большой вопрос. Конечно, вам нужно продолжать работать над собой. В один прекрасный момент времени я помню, что вам стало легче. И сейчас у вас, конечно, такое ощущение, что пошла вторая, третья, восьмая волна опять переживаний. Но, тем не менее, это необходимые переживания, через которые вам все-таки нужно пройти. И ваше богатство именно приходит к вам через страдания, через переживания и через прошлое. И что для вас богатство? Что вам положено в жизни как богатство? Богатство для вас – это доброта, это семейные устои, это правильное моральное, высокоморальное отношение к людям. То есть, знаете, получается так, что ваше богатство и богатство в вашем случае – это не деньги. Это отношения, это чувства и это контакты близкие и доверительные со своими родными людьми. Вот в чем вопрос весь заключается. А тем не менее получается, что богатство, видите, для вас это любовь, это семья. Но это в данный момент отсутствие доверия, то есть какая-то такая ситуация, когда нет того близкого контакта с человеком, через который можно было бы добиться многого, в том числе и материального благосостояния. И совет карт. А совет карт для вас – принять решение. То есть по данной карте получается, что решение должно приниматься между активными действиями и все-таки активным контактом с бывшим, по всей видимости, или полностью закрытой ситуацией, когда вы отгораживаетесь, что вам даст один вариант, а что вам даст другой вариант.
Ну, первый вариант, если вы захотите идти на сближение, то, в принципе, можно периодически налаживать доверительные отношения, входить в какой-то близкий контакт с человеком, более того, даже создавать с его новой семьей любовный треугольник. Второй вариант, если вы закрываетесь полностью и занимаете оборонительную такую позицию, очень закрытую и очень неприветливую по отношению к нему, то вам нужно будет действовать абсолютно самостоятельно. В чем должны выражаться такие действия? Но, опять же, понимаете, все ложится на время, все ложится на выжидание. И получается так, что в данный момент вы не можете развести какую-то кипучую деятельность, которая даст вам немедленный результат. У нас выпадает так, что все материальные вопросы очень жестко завязаны на переживаниях, очень жестко завязаны на вашем психологическом комфорте и переживаниях, которые касаются личной жизни. А вообще, конечно, по данному раскладу я могу резюмировать, что вам не нужно искать официальную работу. Это бесперспективное для вас направление. То есть какая-то работа с оформлением по трудовой книжке или официальному договору с отчислениями – это не совсем ваш вариант. Вам нужна работа, с помощью которой вы сможете пережить прошлое и которая будет вам открывать какие-то надежды и перспективы в будущее. Приятная для вас работа. Вот в чем заключается данная звезда? В чем не заключается? Можно посмотреть. Вам нужно все-таки, сейчас карты говорят, выждать еще некоторое время. И ситуация сложится так, что когда вы переживете все-таки все, что происходит, то ваше богатство к вам придет, но оно придет, смотрите, через что к вам. Оно идет только через семью. Здесь нет никакой официальной работы, здесь нет никакого труда. Причем через семью разрушенную и через ваш дом. Это основное направление, которое может дать вам материальное благосостояние. Это то, что вы должны пережить. И для вас богатством все-таки являются не деньги. А как бы вы ни думали о материальном, для вас прежде всего главным богатством останется мораль, доброта, доверие, сострадание и все человеческие чувства, которые нужны нормальному человеку, и особенно они нужны женщине. И карты говорят именно о том, что пока вы не переживете, пока у вас пошел вот этот всплеск, у вас не будет другого заработка, кроме как через семью. Вы можете быть богатой только в доверии к своим близким. И богатство само пойдет к вам в руки только когда уладится ваша личная обстановка, только когда исчерпаются переживания, которые вы до сих пор не можете закончить. Хотя сейчас как раз то время, которое предназначено для завершения данной ситуации. Но вместе с тем август – это не совсем конец бывшему, потому что может быть продолжение. Насколько помнится мне, в одном из предыдущих раскладов. И все-таки я могу сказать, что для вас ваше материальное благосостояние очень тесно связано с моральной обстановкой и комфортными для вас доверительными отношениями с близкими людьми. Для вас нет другого пути на сегодняшний день. Может быть, когда-то это изменится, может быть, когда-то откроется другой путь, который мы увидим, но на сегодняшний день этот путь не открывается. И судьба вновь и вновь заставляет вас, очень настоятельно заставляет пережить все-таки уже случившуюся, уже сложившуюся ситуацию. Для вас именно это нужно. Ну а я желаю всего доброго, удачи, до встречи. И обратите внимание все-таки на то, что сегодня карты говорили нам о семье. Всем удачи, до встречи.